Смотри, камера, что это? Вот она замуталась. А, сейчас уберу. Сейчас. Сказали, что больше нет. Звука нет. У нас дорогие микрофоны. Я знаю, кто брал. Есть. Чтобы зеленой херни не было. А сейчас она... Я нет уже. Все. Уже нет? Я ее брал. Бля, всем привет. Я ебал. Это 11-й. А что оно так? Все уже убрал. Сейчас вроде нет, говорят. Смотрите. Вроде нет. Сейчас будет. Сейчас будет. Ребята, есть зеленая? Нет зеленой? Ку! Ку! Всем ку! Есть? Есть звук, это супер. Зеленый тоже нет, это супер. Чиним. Мне дядя Камик помогает. Смотрите, какой он высокий. Блин, ребят, нам, короче, мы хотели постримить вместе, но нам с Артуром придется уехать, блин. Нормально бы, так сказать, веселье навалили. Ну, типа, ну, серьезно, мы приехали, были готовы, но... Ну, прости, Бог, да, прости, Даша, прости, Рома, прости, всем. Я буду по вам скучать. В смысле похуй, уебище, блядь, ты чё, блядь? Модератор, за Пермачом его, пожалуйста. Пермачом забавим, Камик Про забавим. Да. Пермачом, Камик Про забавим. Вот так шо, вот. Туда вас приведем, короче, и всё. Пойдёмте. Как думаете, что мы будем делать? У вас есть загадки какие-то, ребята? Мы будем кататься на аттракционах, если мы, конечно, сможем попасть туда, потому что нам сказали, что в ТЦ очень много народу. Даша, пофикси роспись. Хорошо, пофикси потом. Вы где? А, что со Стабиком? Я летаю. Мы в ТЦ. Мы в ТЦ. Да, давай, скажи еще, где? Ром, блядь. Возле меня стоит Рома. Вот тут какие-то магазины. Прикиньте. Вот там. А где дед? Вот Арина. Привет, я только нос выпишу. Злой потом подъедет. Сейчас Злой подъедет, по ходу дела. Все приехали постримить со мной, эту кроду. Привет, привет. Шок, если честно. Я очень стесняюсь. Так что я впервые провожу IRL стрим, и я очень волнуюсь. Надеюсь, вы не думаете, что я какая-то дурашка, и у меня не получается. Я правда очень волнуюсь. В Киеве же так много ТЦ. А, ну, по-моему, да. Вообще, на самом деле, наверное. А в Киеве много ТЦ или я просто чего-то не знаю? Да хуя. Да? Ребята, смотрите, какую футболку купила. Мы вчера с Ариной купили. Она офигенная просто. Белая. Кто? Футболка. Да, да. Вот ты тоже. Самая лучшая моя девочка. Пойдем? Дасуля первый раз стримит РЛ стрим. Я так волнуюсь. Дасулю. Роме на ручки, Ром, хотят тебя на ручки. Давай сюда, бля. На. Тупо детей. Цена придает. Ку долбоёбы. Ку дебилы ебаные. Это вам. Чё, до сих пор меня на ручки хотели, уёбка. Что такое, бля? О, блядь, вот вижу сразу своих пацанов. Бля, чат, вы для меня не больше, чем просто зеркало, бля, так что мне похуй, мне похуй. Нахуй иди, я тоже вас люблю. Мы, короче, туда идем. Сучки. Что ты сучка? Так, Даш, смотри, надо прыгнуть в этот бассейн. Ой, давай, блядь, фонтан. Топ-контент. Бля, я забыл, что я не с корешем. Как думаешь, а кореш бы прыгнул? Да, 100%. Уф. Бассейн, да мне похуй, Ванечка, здорово. Как думаешь, а мапки бы прыгнул в бассейн? Да. Нет. Нет? Мапки нет, мапки слабые. А кто бы прыгнул из киевских бассейн? Никто. Никто? Нет. Повернула. Well, Gold Макриски пытается прикрываться. Забаньте, это плохое слово. Куколд — это плохое слово. Сука, спасибо, сейчас они все начнут писать. Не пишите. Карине на ручке. Они хотят тебе теперь. Даша проводит IRL стрим, блядь. Приятный намаз.
Они все пишут кукол. Что делать? Интересно, почему? Не пишите, пожалуйста. Это плохое слово. Как будто как маленький ребенок говорит. Это плохое слово. Наша Рома Арина проводит рейл-стрим. Да, это шок. Я впервые. Это мой первый рейл-стрим на моем канале. Я вообще не знаю, как стримить. У меня сломался стабик. Что делать? Он сломался. А! Ой, смотрите. Ля, красотища. Представляете, Макривский тут будет плавать. Ой, плавать, летать. Я, по-моему, в прошлый раз на такой штуке катались. Нет, как мы можем остановиться. А где Михалина? Они покурить пошли сейчас. А. Пойдем туда? Куда? Да. Уи! Есть, есть, есть. Уи! Они все тебя требуют. Что? Мне стыдно просто, ну ладно. Привет, чат. Мне кажется, здесь нет ничего страшного, вы меня забайтили. Нет, там есть. Вот видим горку, да, да. Я просто не шарю, как мы будем снимать, кто будет снимать. Я могу снимать, это мой стрим. Бля, надо вот эту хуйню. У него нет вот хуйнюшки, ножки? Чтобы... А ты не взял? Нет, к руке привязать. А, нет. Да. А мне кажется, даже если бы мы привязали, мог телефон выпасть. Ну, не, я не думаю. Ты меня снимаешь? Нет. Рома, ты такой красивый, я теперь тебя снимаю. Пиздишь. Нет. А что у тебя со стабиком? Нормально у меня со стабиком. Что а что он фигачится? У тебя с руками что-то. Рассматриваем вблизи шею Макривского. Она не бритая. Заебала. Так, это ухо Макривского. Ну, ты меня, блядь, снимаешь, чтобы ты, тебе было бы приятно. Так, Блэд. Ну-ка. Там динозавр сзади, ребята. Дмитрий Ликс. Смотри, Дмитрий Ликс. Где? Вот. А? Красиво. Это брат Макривского? Почему? Роме на ручке? Рома не хочет. Я билет сейчас буду покупать. Да. Не убрала, а закопала. Кого? А, понятно. Видишь, он как-то типа лагать начинает? Или это я... Короче, мне вроде кореш рассказал, что он его уронил дома. Да, действительно. Что-то так, ну, такое. Как человек, который пробует уже четвертый стабилизатор, говорит, что что-то ну такое. Даш, ты мне кофе. Кофе? Да. Горячий шоколад. А так, дай карту. У меня нет карты. Как у вас дела? Не смотрите на мою обконченную маску, она не отстирывается. Хуёво. Горячий шоколад. Почему хуёво? Ой, бля, там, кажется, не будет дальше. А я ещё поменьше. Нет, в Москву во вторник. Но я ещё не купила билеты. Что такое сахар? Привет, Лиз. Кто там? Ну, своих узнаю даже. Просят пиздануть Макривса. За что? Банду насилия нахуй. Прости, Даш, это твой канал. Я понимаю тебя. Ты не выиграла. Так, я пойду. Пойдемте купим кофе Роме. Вы помните, какой он хотел кофе? Мы сейчас будем покупать кофе в автомате. Как держать? Помочь? Да. Можешь подержать? Ой, смотри, что со стабиком. Чем происходит? Я себе, бля, костылёчек. А чё, как делать? Вот, нажимай. Я нажала.
бля, ебать, что-то стадику реально плохо. Это такой стабик, как у нас, у московских. Да, да, да. Мы его в Москве покупали. Простите чат, простите чат. Короче, когда Рома катался на этих, на самокатах, он его сломал. Делайте ставки, заболеем коронавирусом или нет. Да, кстати, чат, мы идем на аттракционы, и вы идете на аттракционы. Если заболеешь, то тебя не выпустят. Пиздец. True, кстати. True. Бля. Нет, стоп, я не буду сдавать тест. Я не заболела. Я соблюдаю дистанцию, хожу в маске. Оно, кажется, не работает. Ну и хуй тогда с ним. Нахуй пить, блин, это говно еще из автомата непонятное, блин. Ебалась с Юечкой, конечно. Да. Даша. Да. Привет, Камик. Привет, Камик. Вы уже едете? Соблюдая дистанцию, трется носом об Юечку. Мы можем, даже можем поцеловаться через маску. А это считается за поцелуй? Мне кажется, нет. Потому что мы в масках. Ладно. Зато какой другой поцелуй считался. Даш, а ты знала, что ты у меня в рейтинге где-то либо на... Ну, что? Короче, в рейтинге людей, которые хорошо целуются. Я вас не слышу. Такое бывает. А мы без очереди можем проходить по безлимиту или нет? Что там такое? А без очереди ничего нету? Там аттракционы по безлимитке бесплатные, а батут и казино и лазалка платные. Карты. Люди шарят. Спасибо. Даш, ты не купила? Нет, он не работает. Понял. Мне такие глаза сразу светлые, ребята, как мне лучше, с карими глазами или такие, какие у меня сейчас? Сейчас мы идем на аттракцион. А вы сейчас не увеличили диоптрия? Нет. Обычно я ношу увеличенные, сейчас нет, сейчас обычно. Линза? И так без глаз? Настоящими. Нести Макришкова? И не будем. 20. О, кто это, чат? А сколько вы закидываете? Я уже взял этот. Девушка с самыми красивыми глазами на Твиче. Я? Нет. А что нужно брать? Стоп, карточку? Я уже взял. Что они забыли? Не поняла. Приветик, чат. Что? Я сейчас телегу еще закину. Показываю персонаж карты. А ты скинул себе ссылки? Арина, зачем ты кушаешь? Я хочу дышать. Но все равно все рядом стоим. Михалина, хотят к тебе на ручки. Что за человек рядом с Михалиной? А? Чтобы мне приходить, мне приходится приседать. Ребят, давайте. Да, я супер мелкая. Я шпя. Так, что мне надо? Пендрик. А ты уже купила? Да, все разы. Я маленькая, пиздинка такая, писечка. Ой, боже, как жарко тут. А тут можно какие-то вещи положить? О, страшно? Я не знаю. Надо просвет надеть. Ладно. Ой, как управлять? Давай.
Я думал, там меня фотографировали. Кто такой Влад? Это молодой человек Михалины. Мой, мое. Вот так вот. Так, неприлично говорить. Я очень не понимаю, как я. У тебя стабик. Ну, блядь, ну, купи себе другой, да. Что я сделаю? Ничего, я ж не тебе предъявляю. Да, ну там... А никому не нужен гардероб? Ща. Вертимся, пацаны. Кроме на ручке. Пойдем сюда или нет? Сюда, прямо сейчас. Давай. Арена. Арена. Мне страшно. Куда? А он тут есть? Должен быть. По крайней мере, да, мне кажется, должен. Ищем гардероб. Поиск гардероба. Скажи Роме, чтобы надел маску на нос. Рома, надень маску на нос. Скажи этому человеку, что я его сейчас забаню нахуй. За что? По приколу. Рома, почему ты такой токсичный? Что? Почему ты такой токсичный? Блять. Ты меня такого полюбила, чего я боюсь? Неправда. Правда. Я тебя полюбила, когда ты мне приносил цветочки и пел песню «Девочка из аниме». Блядь, пошел в жопу. Ладно. Никамблук, а ганс... Чё? А никамблук, а джентльмен? Я не знаю почему, но я тычу себя просто в экраны, мне вот так нравится. Мне кажется, что это смешно, когда я себя вот так показываю, типа, бля, смотрите, это глаза, смотрите, это мое лицо. Шок-контент. Бля, дети орут, смотрите. Бля, пиздец, тут очереди охуеть. А где эта очередь? Ну там, блядь. А пойдем на стену? Почему в таких заведениях не делают без очередей? Ну я не знаю. Это вообще пиздец. Ребята, вы смотрите на меня сверху. Вы когда-нибудь хотели посмотреть на Макривского сверху? Я на себя каждый день сверху смотрю. Не понял. Это как? Давай я на тебя посмотрю сверху. Да забери на. Рома, подними его. Ну заебал, ну я тебя попросил нормально. Зачем? Хорошо, я больше не буду. Я же себе не тычу никогда камеру прямо в лицо. Ну в масках. Блять, да. Это пиздец. Просто уебанский парк, в котором нету, блядь. Куда пойдем? Пойдемте туда куда-нибудь. Можно туда сходить посмотреть, можно поиграть в какие-то, не знаю, там, казино. Короче, здесь просто детский нет. Не, вот там нет. Там не я боюсь. Там, да. Мы нашли того, кто будет снимать. Кто? О, я буду снимать. Да. А в зеркальный лабиринт не хочется? Можно сходить, да, тоже. О, в зеркальный лабиринт нельзя. Так, ребята, не обзываемся. В Одессе лучше. Я не знала, что в Одессе вообще есть парк аттракционов. В Сочи тоже прикольный очень. Да? Ну да, в Сочи вообще балдеж. А вы снимали на аттракционах или нет? Катались в Сале. Вот тут тоже не пускают. Это грустно. Блин, прикольно было бы, если можно было. Мистер охранник очень грозно на меня посмотрел. Ой, эта вертелка чисто тошнивочка. Вот это? Да. Мне кажется, она очень прикольная. Ой, я, наверное, не буду на ней кататься. Вот это вообще пипец, видишь? Не, ну это типа чисто, чтоб тебя вытошнило. А я люблю, когда именно страшно. Именно не, вот это высота. Страшно. Я люблю, когда именно вот высоко,
резко и быстро. А, как Феникс? Ну, как американские горки. А когда тебя просто, типа, воротит, то это, ну, не особо. Не, на самом деле, вот это страшновато. А не хотите пойти вон туда? Вот эта труба огромная, где лазит. Что? Вот это где лазит. Да, ну это что-то детское. Думаете? Посмотри, там лазят пятилетние дети. А, они вижу отсюда. И там надо канатом привязываться. А можно по руку сходить? Ну да. С горки скатиться еще. Хочешь, я сейчас у тебя спижу, пойду туда. Что, пойдем сюда сначала? Давай. Ты не будешь кататься? Я где-то буду, где-то нет. А тут? Ой, нет, я будешь нет. Я буду вас снимать. А Ина, ты? Да, я тоже не пойду, я так буду. Вы боитесь? Не, на самом деле она легенькая. Типа, не знаю, чего вы боитесь. Вот, вот эта штука, это вот страшно реально. Тут даже не тошнит, это реально просто страшно. Что ты выпадешь, скорее всего. Где злот, ведь Юечка злой чистит зубы. Злой же чистит зубы, да? Злой чистит зубы. Он тебе отправлял какую-то штуку, где он чистит зубы. Он реально чистит зубы, прикиньте. Почему-то все так боятся. А что с... Протер по камеру. Я походу на диско чего покаталась. Ой, она, кстати, такая забавная. Кроме наручки, вы хотите кроме наручки? Кроме не хотят к тебе. Я передаю тебя. Вас в доме. Рейчат. Вы для меня просто зеркало, если вы забыли. Блядь. Фу, ёбки. Блядь, дышать нечем. Бля, жаль, у нас нет того шнурка, я попросил, чтобы можно было в руках держать, когда на аттракционах. Есть люди, которые не будут кататься. Выкинь эту маску на ухо. Ой, где подбородок такой, я попробую найти. Пеквилл, забань вот этого Кристиан, блядь, 03, сука. Хейтер ебучий. Где Генцуха, я не знаю. Даш, идем? А, нет, давай-ка. Все, запускают нас? Ну, наверное, да. Тогда поснимаешь, поддержишь? Да. Так. Мы остаемся с Ариной здесь. Да. Ой. Вот. Они идут, надо идем поближе, встанем, чтобы будем снимать. Боже, как я так не привыкла со статиком вот это снимать. Как-то непривычненько. Маску одень, пацаны, я переболела короной еще в феврале. Так что мне не страшно. Выше, я если выше подниму... А, не, оно только регулируется, ну ладно. Сделайте скрин, пацаны. Ой, вы. Сделайте скрин, пожалуйста. С тобой сегодня опять как инь-янь, да, а, да. Так, ой, скиньте нам директ. Сюда не будет, будет. О, как это называется? Через программу какую-то у нас? Стримлапс. Стримлапс, да. Это обновленная какая-то? Видимо, да, у меня тоже не так. Да, у меня не так просто. Так. Где тройничок с Дашей? Это в секрете. Между нами. Че, Ирина, смотри, это другой, это тот же Влад. Ты снимаешься в порно? Это кому? Хотя мы вдвоем. А как тут? Я вас оставлю тут? Да. Вот. Вот Ромыч. Вот Юлечка. Давай. Я сюда подъезжу. Спиздит. Да, спиздит. Спасибо. Ну, пока там ничего интересного нет, и хочу. Да, это то, что я думаю.
Я не буду говорить, что за ТЦ, если вы не узнали, а то еще придете, а это стрёмно как-то. Ой. А что, Рома ударился? Как-то выпрыгнул не так, как нужно. Просто маленькие дети и 20-летние челики. Да. На контрасточек чисто. И вот тут они. Ну сейчас сколько, минут 10 будет их крутить? Не, я думаю, минут 2-3. Да? Конечно. 10 минут они блеванут, уже все не калит. Просто фонтан такой пойдет. Спасибо. Не знаю, у меня был бы страх, что именно у меня оборвется, где-то я буду висеть, где-то я упаду и все остальное. Я такие тошнилки не очень люблю. А чего они пишут, я вообще не понимаю. Какая-то половина чата какой-то как будто... Как будто не мы снимем. Да, да. Да, непонятно. Может, не задержка? Не знаю, наверное. Ногу так просунешь, я тебя зашнурую, иди сюда. Зачем унижать Макривского, что не могу понять? А вы на сколько, кстати? До вторника. Все. А два дня осталось. Мы не катаемся, потому что нас будет зашнурить. Ты куришь, я курю Айкос. Потому что он выглядит себя, но я тоже выглядит себя по меркам зрителей. Что мне сделать? На самом деле мы же добрые все люди. Как тебе Украина? Ну, не как страна, а как, люди. Как люди, да. Видите? Намного лучше. Ну, еще не намного лучше, а то есть вообще не сравнимо. Именно топ. Мы на вертолёте. В общении с людьми как? Привет. Можно сами сфотки сказать, пожалуйста? Маленькая, там, где маленькие и супер маленькие. Я с Ксюшей, они были на машинах. Ой. На маленьких. Ой, я что нажала? Мы, кстати, тоже тэквондо занимаемся. Да? Какой у вас пояс? Чёрный. Чёрный? А где? Мы в ЭТФ занимаемся. А, в ЭТФ? Я просто думала, вы со Спартой. Я знаю Спарту. Прикольно. Молодцы. Пока. Пожалуйста, пока. А где вы? Не, я занимаюсь в ЭТФ, а не в ЭТФ. Да? Ну смотри, просто я жду сейчас. Переезд в Киев будет, Арина? Не. Если будут поездки частные, но переезд я не смогу, наверное, психологически. Да, да, я понимаю. Мне вот Москва тоже нравится, как там люди окружают новое, все. Но я туда не переехала. Просто родное, у тебя Москва, да, у меня Киев. Да. Это нормально. Это, конечно, и вообще родственники, типа родители тоже в России, я не смогу без них. Кто Арине Red Bull подарил? А? Red Bull кто тебе подарил, Даша? Просто это... Red Bull, да, ничего да. себе! Я тоже ИТФ, я уже давно не занимаюсь тэквондо. Видите, что со мной случилось? Сынуля, нормально, я думаю, что все нормально будет. Он подождет пару дней, я приеду и буду давать ему антибиотики. Он приболел чуть-чуть у меня там. Именно бактерия там надо ее убить. А сколько ему уже? 2 года. Нормально. Я помню, у тебя еще крыски были, нет? Да. Ну там да. Ну пойди туда, туда хочешь. Очень сложно читать чат. А есть какие-то. А что так долго, пиздец? Я не знаю, очень долго. Бля, все, вам покажу. До пор стоят. Дети. А мы подружка будет. Задают либо вопросы про Сентла, либо пишут, что Михалина шлюха. Почему только Михалина?
А я? А меня не обижайте, или про меня напишите тоже. Иди на диск. Я не хочу, я хочу. А что мне с бровями? Не знаю, просто нерасчесанные брови. А у тебя вообще топ брови. У меня супер калечные, я сейчас еще отращиваю. Тут просто не видно все волоски. Очень сложно их накрасить. Когда реклама, но я, может, сегодня подрублю стрим с компа, посмотрим. Ирина Шлюх, спасибо за поддержку, что такие комплиментики нам кидаете. Это на 11 айфон. Блин, я хочу, короче, в Москву еще по причине того, что я буду айфон покупать. Но я уже не успею, наверное, на первую волну. Так у нас тоже можно купить. Просто не у всех. У вас будет украинский. Да. Нет, так можно поставить. Вроде... Просто я единственное знаю ту контору, которая летает в Америку, забирает и продает здесь. Это я докупила свой айфон за 2000 баксов, спасибо. Просто первый же день из-за месячных. Я думаю, вебкамщица, ну, в принципе, мы такие есть. Парочку снимаем. Любим это дело. Умклинный бык за верхней губой, это смайл. Офигенно вообще, тебе так идет. Прикольно. Редко кому идет, мне кажется, да? Или всем идет? Я не знаю. Я видела картинки только вот так. Вы что, черный, так долго уже. Ангелина, мы будем если что на лавице. На лавице подойдет. Держись. Заберите на лавице. Все дети. И наши. Да, да. 20+. Дети. Просто всем по 7-8 лет и наши 20. Нормально. О, наконец-то. Сейчас их будут вертеть, и мы их словим. Так, где снимай? А где наши? Стоп. О, вот, вот они. Не бойся! Так, вот, сейчас я вам покажу, где они. Вот они где-то. Это вот. Шниловка. Бля, вот это жесть. Это реально называется аттракцион «Тошниловка». Надеюсь, там мой Влад не обрыгается. Если честно, я ни капли не жалею, что я туда не пошла. Да. Блин, что... А, вот они, мамы! Так это просто не страшно даже. Просто две перцы. Вы на 360. Первый так. Кто-то. Вот. Меня уже тошнит, когда я смотрю на это. А там находиться тем более. Я еще вверх ногами не могу находиться долго. Там одна секунда, у меня уже вся голова в крови. Где они? А вот. Я хочу их как-то приблизить, но я не знаю, где их словить. Сейчас я их словлю на побольше экран. Вот они, да, словила, молодец. Ой. Рома сразу видно, потому что у него белые волосы, сразу кидаются в глаза как-то. Сейчас плевать будет. Надеюсь, что нет. Все уже. А, нет. Нет. Весело. Молодец. Все. А, что все? Да. Капец, как быстро. Жесть. Мне кажется, вещь какая-то. В садике, знаешь, как мама снимает своих детей? Мои мальчики и девочка, люблю вас. Здесь, это точно не мое. Да-да-да-да.
Куда? Давай возьмем. А где они? Я думал, будет намного. Еще не тошнит? Не, если быть в каком-то состоянии, то будет тошнить просто. Потому что... Нет, этого как бы вообще не будет. Но тошнить будет жестко. Да, но круче страшно. И я не знаю, либо у всех так, либо у меня... Держи. Спасибо. Либо у меня, я слишком большой, у меня закрыл. Чат, привет. Даша, когда-нибудь ходит без оверсайз одежды? Нет. А что вам не нравится? В общем, фигня, вообще не страшно. Было лишь ощущение, когда нас держали вверх ногами, что говно и подходит обратно в желудок. Это все, что могу вам сказать. Класс. Да, я теперь не хочу срать. Идем на вот эту хуйню. Лайк. Либо на вот эту и с телефоном. На лодку? Куда, на лодку? А, на лодку я пойду. На лодку? Пойдемте попробуем. А че вы ржете? А че смешного? Я сколько людей! Я зоофоб! Почему так много людей? Как пройти? Туда? Пробуйте на корабле так без дождь, и ай страшно на выходе более белая 360. Я пыталась на белом, мне типа не особо было страшно. Когда я первый раз здесь была, я попала только... Ага, здорово, чат! Давай со стримом попробуем туда пройти. Давай, можно. Стапик хулиганит. Ой-ой. Сука! Вы где? О, нашлась. Скиньте на монстр. Вы тут? Я вас потеряла. Было 194. Второй раз у тебя было 194. Какие 194? В хайлайтах. 194? 2 метра? Ой, 184. Ну, значит, 184. Тогда у меня встречка была повыше. Ты что, что происходит? Ну, дай мне. Возьми, пожалуйста. Все. Два раза на вот эту заднюю штуку. Почему у меня не получается? Потому что... Он чувствует энергетику. А что, у меня плохая энергетика? Да. Злая это. Да? Да. Арина, что случилось? Что случилось? Ты кушаешь маску. Я вижу. Тебя не кормят, Арина, скажи честно. Да все. Попробуй как-то его пронести. Попробуй его просто пронести туда, знаешь, типа. Просто наверх. Да, давай под кофту у меня длинная кофта большая. Ребята, вы сейчас пойдете под кофту к... Не-не-не, это без лифтинга. Ну, хотя я могу спрятать все равно. Давай, дошли, да, скорее. Сейчас. Карман, да. Вы идете в карман. Так аккуратно, чтобы не выключиться. Пацаны, вы в кармане. Можно буде через 8 хвилин. Треба почекати. Спасибо. Спасибо.
достаю вас из кармана. Потому что... Короче, я достаю вас из кармана, потому что... Давай про эту штуку скушаем. Блин! Потому что через 8 минут только пойдем. В итоге. Есть еще оператор? Какой оператор? Нам же надо... Подков Туарина давай. Ну, давайте в следующий раз подков Туарина. Мы куда-то идем. А куда мы идем? Мне кажется... Мне кажется, это вообще не страшно будет. А можно у нас просто стрим? У нас сайтов штатив. Когда не надо. Ясно. Не-а. Да, не пускают. Так я могу вас заснять. Да это хуйня, типа, боже. Может, все-таки пойдем на эту штуку? Ну, можно будет сходить по року. На вот эту. Чат, бать. Хотите? Смотрите, хотите сюда? Там же упасть можно, нет? Там проход. Хотите сюда? Видишь, сверху. Там, смотрите, чувак нам ходит. Нам надо бить каждый раз, когда слазишь, перечислять. Хотите? Хотите туда, чат? Го? Го, пойдемте? Мы не пойдем туда? А через 8 минут только. Ой, так пока пройдет это время, уже не будет места. А, идем тут или нет? Да можно постоять тут, подождать. Ребята, как лучше, со стабиком или без? Это лавина на улице, ага. Эй, Тед, с, давайте тогда сейчас поставлю вас на стабик. Нет, телефон спрячется. Тихо, ты что так громко говоришь? Мы должны быть тихими, мы должны быть шпионами. Блядь, ты орешь, ходишь громче всех. И что? Подержи тогда стабилизатор. Я даже путешественница, а ты мой рюкзак. Кто, блядь? Рюкзак. Сама придумала? Да. Для стабилиза, да. Это тоже тестат. Чат, если что, вы для меня не зеркало, но иногда вы для меня зеркало. Даша, ты масон? Кто? Пожми Роме за меня руку. Рома. Правую жму. Все, хватит. Давай, нас, давай камень, ножницы, бумага. Суефа. Сначала ножницы. Не идет. Ну, давай заново. Камень, ножницы, бумага, суефа. Да блин! Давай еще раз. Давай. Камень, ножницы, бумага, суефа. Камень, ножницы, бумага, суефа. Ха, проиграл. Разъебала. Да. Зачем ты ему руку пожала? Просто так. Даша, ты что? Даша, аватар чата? Что? Сейчас цветные линзы. Нет, это мои настоящие глаза, ребята. Что чатик? Даша, какой у тебя рост? 165. Девочка из аниме, забери меня под плед. Вы охуели. Когда Рома смотрит мои тиктоки на полную громкость, я включаю эту песню. Варины. Что, да, мы идем. Мы идем. Ага. Ребята, дальше. Вы сейчас будете в кармашке. Что-нибудь видите? Вам видно? Вам не видно? А если так? Что, ты ждешь прям? Да.
Кола. Какая-то сваленная пленка. Ему что-то видно. Ой, меня укачало, если честно.
для Пугачева. Блин, Артур пришел, злой, внучка, зайчик пришел, злой, который добрый. Стоит тут мальчик, смотрит на нас, да? И какие у него глаза добрые. Детдомовский он. А я так думала, что он такой добрый. А вы с ним шутите? Нет, он тут. Девушка, а зачем вы телефон с собой взяли? А я говорил, что все вещи, скарфчики, телефоны, и даже ваши подруги сказали, что пожалуйста, вы его достали. Зачем вы все делаете? Подожди, стой. Я в Вы слышали? Вы слышали? Там ребенок, который сказал, иди в жопу. Кому-то челику. Привет. Привет, злой! Привет! 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 Так, возьми старик. Давай. Так. Что вы туда накатались? Нет. А как его ставить? Вы только на первую горку сели? Нет, вторую. Мы еще один. На самолет. На самолет? Ой, бля. Да. Почему бы не пришло? Вот это? Она вообще не страшная. Я кататься не буду. Злой, давай на это. Да, Что, боишься? Нет. Привет, боишься? Чат. Нет. Эй, чат. Давай. Эй, чат. А что вы не поворачиваетесь? Поверни рукой, пожалуйста. А камера... Смотри. Ты одела неправильно. Да? Да. Не-не-не. Да, стой. Камера должна быть сверху. А, прям вот так? А, ну камера реально должна быть сверху. Ты сейчас переключишь? Да. И будет пиздец. Главное, чтобы он не выключился. Блин, я так действительно не могу. Я надела. Смогла. А чё, как его? О. И что? Куда вы дальше? Злой, давай ты тут прокатишься. Вы катались? Да. Нет. Давай, Злой, прокатись. Я хочу посмотреть, как ты будешь реагировать. Так, ну давай, это детская качеля. Вы это? Да. Ну давай, Злой. Пожалуйста. Давай. Надо тебе билет покупать, блядь. Хочешь, он тебя прокатит. Да, как-то прокатим. А у вас на карточке есть монет? Не, у нас не карточки, у нас эти штучки. А что это? Браслет, типа, безлимит. А, безлимит? Не, я просто попрошу, чтобы ты вместо меня пошел. Ты не снимешь его. Попрошу чела, чтобы... Вы что, пойдете? Да. Она куда? Хочет, чтобы... Вы катались? Я поснимаю. А ты будешь кататься? Они хотят, не чтобы здесь. Я не буду меня укачивать просто. Я хочу, чтобы злой посмотрел. Сходи со злым. Я не хочу, меня укачивают. Ну, пожалуйста, ну, сходи ты тогда. Блю, меня укачивают сейчас. Ну, что вообще такое? Я его сейчас по своему билету проведу. Про своему билету проведу. Я не иду. Не пойдешь? Сюда нет. Арина, ты не пойдешь? Она пойдет. Ты пойдешь? Это вампир? Знаешь, какой у меня краш был? Краш Бандикьют, я такой ездил на машинках красный. Это же краш. Ты мой краш, бояли, но не только шантаж. Да, блин, это не тот краш. У меня этот краш. Никто вы неправильных крашей выбирает. Что? Это что, топ-шутки от злого? Да. А-а-а. Ты нас снимаешь? Да, тебя. Так что мы решаем в итоге? Вроде сюда хотели, что-то никого нет. Идем туда.
злой. А кто твой краш? Краш? Извините, а можно да. Красный такой краш. На гонках, на машинках ездил. Ящики разбирал. Там еще маска такая смешная. Нет, а именно краш, если подразумевать как симпатия. А, мне очень нравится подруга. Я тебе покажу ее. Покажешь? Сейчас кого-то очевидного покажу. Какой-нибудь порноактрису. Да не, он не смотрит нормально порно, смотрит куда. Бля, ты так все знаешь, как будто... Я смотрела твою историю браузера. Давай расскажешь в школе. Мне кажется, все видели уже историю браузера злого и не один раз. И там вся хентай. Сейчас ее надо найти. Какую историю? Браузера. Порно Саринян. Да, ты как посмотрев подписку? Ой, ты хоть понял, что это не я в порно? А, вот. Что? Самое обычное. На нагаечку похоже. На той штучке. Самое обычное. Она с России. Хорошая, просто хорошенькая. Она модель. Модель? Эх. Блядь, как же жарко в этой маске. Да, очень жарко. Что, пить будем? Что пить? Так, просто чисто хочу узнать, кто еще пить. Что пить? Вы кушать не хотите? У меня отпечаталось от маски что-то. Вы долго здесь? Сейчас где-то. Да, и причем мы ни на чем еще даже не сходили, не покатались. А покатали. Да. Приехали. В смысле уехали? Может, пойдемте в лабиринт сходим? Я бы сходила в комнату страха. Можно. Что? В комнату страха можешь сходить, посмотрим, что там. Так страшно, не понять. Да, там очень страшно. Как на тот квест мы ходили. Может, на вот эту хуйню туда тоже пойти? Я предлагала. Не, можно полезть. Это детская? Там 5 лет дети вообще. Я обоссышь ноги, если выйдет. И там страховка. Это вообще... Без страховки. Ну, без страховки я полез, но там нельзя. Да не пусть. Я бы полез. Это что? Да. Нет. Я перезаперять. Аня, если ничего. Всем привет. Девочки, если кто-то есть в Аюне, подходите ко мне знакомиться. Девочки? Чего грустишь? Бля, что Артур как за свой билет? Рома, да? У меня вопрос. Как там? Я не помню, не слышу. Че? Просто... Что? Что? Ответ, дай мне ответ, пожалуйста. Прощай, Ром. Он всегда не смешно шутит. Почему вы смеетесь над его несмешными шутками? Это не смешно, это грустно. Что поделаем, чат? Давайте вы будете задавать мне какие-то задания, мы будем это выполнять. Что вы хотите сделать? Что-нибудь необычное. Йо! Ничего так. Вы видели? Деньги. Куда она ушла? Давайте что-то более-менее адекватное, чтобы никого не обижать. Они говорят, чтобы я пнула злого. Зачем мне это делать? Скажи, что чат самый лучший? Чат самый лучший. Рина, ты такая грустная. Да, сегодня Рина что-то грустная? Да, прям я все. Я заметила. Где та Арина? Арина, давай танцевать вам. Да я просто жду, когда аттракцион начнется. Клина, ты умеешь танцевать ВАП? Да, я со Злым танцевала. На стриме. ВАП. Злой, а ты умеешь танцевать ВАП? Конечно. Да, да. Мы на У меня такая жопа, блядь. Покажи. Все хотят ее. Давай, Злой.
Мне кажется, там... Что там? Не знаю. Ну, как-то ты преувеличил злой. Не, просто штаны не в обтяжку ношу, но чтобы не показывать свои достоинства. Типа на публике. Это просто для одной единственной границы. Понимаешь? Для Ромы? Да не, Рома еще не дорос. Он еще... Не дорос? А тур для... О, это единственное, сколько детей уже. Сколько сделаю? Злой, читать чужие переписки неприлично. Во-первых, мы читаем чат. А. Блядь, я сейчас перелезу. Михаил, ты так красиво одет сегодня. Да, как, да, есть? Вообще просто, да, есть. Где она? У меня в рюкзаке. Это вообще красотка. Тебе очень идет. Особенно на моем фоне, да? Нет, смотри, ты всегда себя там угнетаешь, чтобы там приметчиком услышать. Нет. А что у тебя за принт? Это кактус Джек. Кто? Кактус Джек. Почему кактус? Это же земля. Это с Фортнайта. Это карта Фортнайта. А-а-а. Это Трэвис Скотт. И эти, а что мы стоим? Я не знаю, мы что-то ждем. Арин, ты пойдешь туда? Да. А что сказали? Оператор есть? Я ебу. Нет. Там же позвонить можно. Я уже позвонил. А воды ни у кого нет? Нет. Кактус. Кактус пенис. Почему кактус? Ну вот как ты сделала такой? Верните, а кто тут? А, я поняла, что это за это. Я раньше не замечала, что у тебя здесь какая-то земля. Я не... Ну ты просто мало на меня смотришь. Ну да. Что? А, возьми здесь. Как тебе вообще Киев? Супер. Ты с таким вот лицом говоришь, супер. Лучший. Лучший город. А что тебе больше всего в Киеве? Наверное, клуб. Да, в котором мы были. Там музыка классная. Я не ходила. Ну и ладно, нечего тебя там делать. Я дома сидела, полы мыла. Знаешь, в анекдотах. Бля, на самом деле, каждый раз, когда ты наводишь на меня камеру, начинаются всякие сообщения, что как-то даже да. Что? Давай. Ясно. Да нет, вроде все нормально. О, кто-то уже садится сюда. А чё, злого не пустили? Потому что у него нет билетика и надо идти покупать билет. А нельзя типа сделать свой чек? Мы скипнем что ли или что? А? Мы скипнем? Не, Влад пойдет по ходу дела. Ты что, сам пойдешь? Нет. Хочешь иди с Владом? Серьезно. Но не факт, там же тоже очередь 100 человек. Ну что ты вкус с жиром? Ты даже знаешь. Жирный живот. Влада А бумагой называют. А бумага? Да, да, да. Да, да, да. А бумага А4. Тот поменьше. Именно рост. А. Гылен, Кобяков, Гылен, Влад. Если он еще так Влад был, а бумага. Ясно, Михаилина. Ты вот так, как весь. И то я на платформе. Я не могу слишком много сделать. Это вот, смотрите, как я еще на платформе. Да капец! Я чувствую себя в работе слишком высокой. Это я слишком мелкая, боже. Все так говорят, но на самом деле это я слишком милипутинка такая. Нет, все девочки, мне кажется, вот мне кажется, что вот Арина. Вот вы с Ариной одинаковые. Одинаковые? Да. Нет, я выше, я 1.70 м. Да, Арина даже чуть выше, да. Я думала, что. Ну вы почти на уровне, это я буду казаться между вами такая вот. Мелкая. Я думала, что я выше. А Наташа нас меньше, да? Да. Полторашка. Это я полторашка? Не, Наташа 1.54 м, 1.53 м. Какой у нее рост? У кого? У тебя? У меня? 160. Может быть, 159, может быть.
Не, Наташа на самом деле, она метр... Сколько я сказала? Метр 63-64. Да, она выше. Мне казалось, что она ниже меня. Либо я просто все время на блинсягах хожу, вот этих высоких. Ну да, они же дают тебе рост. Да, вот, они уже идут. Ну, Рома идет. Такой смешной сидит. А девочка как будто сейчас заплачет. Да, да, она тут переживает. Может, она кого-то сдёргает. А этому вообще пофигу. Он сидит, ногами дрыгает. Смотри, смотри. Понял, что о нем говорят. Аня, Ань, так было классно с тобой жить. Прощай. Осуждаю. Ты смешно. Надо подальше от детей отходить, а не какие-то здесь... Да, он сейчас так обосрётся, пиздец. Думаете? Надо, он же не видел, как это что-то... Сейчас злой пойдет, да. Ой, бля. Хрена возьмешь? Вот там вот можно шкафчик положить. А ты не подержишь, да? Нет. Ну возьми шкафчик. Ну, давай, давай мы подержим. Ленивая. Иди на телефон. Да, давай. А ты не идешь? Наш? Нет. Давай сюда. Я уже была тут. Арин, ты идешь? Все. Рома, ты не идешь? Нет, меня пошли. Что ты не можешь сказать это спокойно? Я тебе до этого просто это уже говорил. Ты меня... Влад очень смешной, он либо нервничает, либо... Нет, меня тошнит. Опа! Кринжмен пошел. Даже куртку не могут взять. Вот она, я взяла. Вот что такое? Го, решил пересесть. Для мальчики, которые сидят рядом. Он максимально слышно. Он не может влезть, что ли, или что? Я не знаю, что он постоянно туда-сюда спасает. Эти ребята так смотрят. А, они что-то разговаривают. Мне кажется, сейчас зло передумает и слезет. Какова вероятность того, что его могут напугать? Да, нормально, он терпил. Терпила? Он хотел сказать, типа, что потерпит. Опа, Арина пошла. Слово на стрим-снайпере. Смотри, там фанаты его сидят. Это чел, который со мной фоткался справа. Да? Со мной никто не фоткается. Ты донат отключила? Да, отключила. Его, их сейчас тут нет. Потому что я не могу тут их скипнуть. Злой вообще этого прикол. Гов, комната страха. Сейчас пойдем после этой штуки. Как кот. Я бы сфоткался. Да, как кот, точно. Там чел сфоткал своих друзей вместе, типа, со злым и с Ариной. И показывает, типа, о, я сфоткала. Обними Арину. Я бы обняла ее, но она там уже. Девочка реально как будто заплачет, переживает. Может, она ее на байт? Что странно. По байту, да, прям вообще круто. Она реально как будто плачет. У тебя дела норм или ты того? В смысле? Я не поняла. У меня все окей. Аня, ребята сфоткали? У меня ни одной с тобой фотографии да, нет. Да, кстати, мы смотрели. Мы хоть сейчас увидимся, но мы еще по помещению фотографируемся. Делайте скриншот. Знаешь, какую фотку можно сделать? Ты у меня на коленочке. Я уже на коленочке. Неплохо. Даша, дай волосы, что? Что тут происходит? Даша, мне интересно, зло обострется или нет? Мне тоже интересно. Бля, вы бы их крутили просто. Да. Тут дети немножко, так что КЗ. А что ты не пошел? Я даже не в десятый раз всем скажу. Я не слышала. Михалина, линзы? Нет, нет. Нет, я не ношу линзы. Рома, ты должен уже был привыкнуть как стример к одним и тем же вопросам. Опа. Влад, руки подними. Рома, боже мой. Там девчата пишут, да, что ты девственница. Да. Смотри на него. Злой. Зома придавила, походу, жестко. Посмотри, Зома сложно дышать. Он паникует.
Да, ему сложно дышать, его придавило этот жилет. Не-не-не, он боится. Посмотрите, какое у него лицо. Знаешь, короче, мы смотрели недавно фильм «Ужасов у нас дома», и Рома, когда пугал злого, и он так дергался, это кошмар просто. Это нужно было просто видеть. Блин, а вы не хотите со злым посмотреть какой-то фильмец страшный? Инструмент. Мне кажется, это было бы угарно. Обними Рома. Давайте я вас сниму, как обнимать. Да не надо. Тяжело дышать? Посмотрите, бедный злой. Злой маску надень. Не бойся, злой, все будет хорошо. Арина тоже, не бойся. Мне кажется, Арина не будет. Арине, мне кажется, пофигу. А злому у него реально на лице страх. А, господи. Боится? Да. Злой, не бойся, все будет хорошо. Злой не будет. Опа. Опа, он уже... злой, пока. Пока, Слюха. Все, Артур. Пока, пока. Бля, вот тут жесть, конечно. Я сходила, я потом, у меня руки тряслись. Да? Да. Я не знаю. Тут именно такие ощущения, что ты не контролируешь себя, и ты как бы прям реально висишь. О, боже мой. И тебя как будто, знаешь, в стиральной машине стирают, знаешь, как будто трусами себя чувствуешь. Смотри на него. Аня, сейчас будет, мне кажется, экшончик. Ой, блядь, что пизда будет, наверное. Да. Жесть. Ох ты ж, блядка. Злой. Смотрите на лицо, это капец. Злой, блядь. Что с ним, блядь? Злое лицо супер красное стало. Он плачет. Арина ржет. Ой, это еще не все. Не-не-не. О, злое же потел на лице. Да. Вот он переживает. Да не, он уже пришел какой-то влажный. Влажный. Опа. Не останавливала ни разу, он постоянно что-то делал. А тут еще ребята, он. Все хорошо. Что-то... Ничего не происходит. Смотри, злого видно, что все окей, он сейчас будет выебываться. Да, хотя мы по его лицу видели, блядь, как он ссал. Вы видели, как он орал? Ну, типа, без крика. Чисто не мой крик. Если бы злой блеванул, было бы красиво. На Арину?
О, нет. О чем там дети говорят, этот кошмар? О чем? Что там кто-то умер. Сзади стоят, я слушаю. Капец. Кто-то ее у кого-то не проверил. Человек чисто пробежал так. Че злой как? А тебе было видно. Посмотрим. Привет, спасибо. Я не школа, просто покидала, как сил. Ой, я осуждаю. Ой, осуждаю. Осуждаю. Дай мне, пожалуйста. Злой у тебя пот с тебя падает. Что я тебе брал? Телефон. Какой злой, меня просто как начало кидать, блядь. Ты такой обосранный сделал, пиздец. Да нет, Арин, просто... чё, как там? Мы так ржали со злого, с Владом, просто это самое смешное. А чё с ним было? Чё там? Ну, это жестко, типа, ну, круче страшно, как будто у тебя просто трепает вот так вот, очень жестко. Ну, Артур меня разрешил. Да он кричал, говорит, зачем мне это, зачем я сюда понес? Я так орал. Я просто смеялась и все. Фоткаемся, фоткаемся. Ну просто трепалось, такое чувство, что ты вылетишь. Спасибо, ребят, за фоточку. А что, мы не сфоткались? Да, я никому не нужна, никто не хочет со мной фотографироваться. Никто не хочет. Никому я не нужна. Что? Ничего, я тут ною чат. Что? Ничего, я никому не нужна, со мной никто не хочет фоткаться. Я так хочу со всеми фотографироваться, всех обнимать. Я так рада, что если ко мне подходит. Куда он идет? В туалет? Со мной никто не хочет фоткаться. Сама подходи. Я бы с удовольствием. Куда? Если бы я каждого зрителя своего знала. Что, пойдешь кататься? Куда? Ну, сюда, это, например. На диско? А ты будешь снимать? Не могу поснимать. А что-то там какие-то одни пятилетки. Что? Иди, там все ребята хотят, чтобы... А ты поснимаешь тогда? Да, я вас поснимаю. Эй, чатку. Давай злой в кураж вошел. Ты идешь? Да. Не идешь? О, тогда держи канал. Это наш, да? Да, да. Так, сейчас разберусь с этим. Да. Ой. Два раза, если что, вдруг здесь. Вот сам. Тут? Да, если вдруг он перевернется. Ага. Блин, а чекни тогда Арина. Да, давай. Секунду, телефон. Давай. Спасибо. Пожалуйста. Так, а где они? Я сейчас их не найду, в принципе. У меня просто, пацаны, 3 телефона. Бедные стримеры. Так, а где они? Сейчас мы их заснимем. Где же вы? Бегите с телефонами, пацаны. Вот так вот живем, как-то выживаем в мире стримерства. С Сименсами ходим. А это так для прикрытия. Эти айфончики. Просто шаблон. Спиздил телефоны. Да сколько тут? Где-то $3000. Может, чуть... Сколько? Чуть меньше. Чуть меньше. Блин, тот, кто Влад, это мой парень. Он не стример. Он типа программистик. Какая жизнь у стримера? Нехуй чем заняться, идут на диско... танцпол.
с детьми. Влад мой. Ну, пусть. Влад — это бумага, а бумага — это деньги. Так, пацаны, чат, не забирайте у меня Влада. Не забирайте. Он единственный, кто терпит мои эти. Он единственный, кто терпит мой характер. Не забирайте меня Влада, пожалуйста. Больше никто не выдержит, кроме него, на самом-то деле. Ну как, он не терпит, он просто ставит меня на место, я закрываю рот. Вот так вот. Никто другой не может меня поставить на место. 90. Да, что-то завибрировало. Да у кого? С Кариной. Мужик. Ну, у меня тоже, конечно, такой характер. Но просто это единственный человек, который я могу послушаться хоть чуть-чуть. Всех остальных я просто игнорю, говорю, все, давай, иди нахуй. Отсюда. Так, все, я буду здесь. Надеюсь, если их здесь не будет видно, то я туда обойду. Просто здесь вещи, и я не смогу никуда далеко отойти. Хорошо. Сиди за... Я тут за всем слежу. Ой, сейчас секунду. Я тут, видите, это все шмотки, за которыми я слежу. Я просто айфоны держу рукой. Пока они не крутятся, я с вами поговорю. Сиди, Ючка неправильно написала мое имя. Она написала Михаилина. Ну ладно, она не знала, наверное. У меня без и кратко пишется имя. Ну, ничего страшного. Главное, никак по-другому. Опа. Сейчас. Я, если что, телефоны все равно возьму с собой. Телефоны все-таки это, блядь, все. Сейчас я, наверное, в сумку их положу. 20%! Нет. Сейчас, подождите секунду. Телефоны в сумку. Все. А за куртками я смогу следить. Ой, наверное, они хотят. Чтобы я их снимала, может быть. Можно я пойду? Так, где мои ребята? Я чувствую себя мамка, которая отвела своих детей в парк аттракционов. Вот. И следит за ними. И снимает их, чтобы показать бате, который на работе. Вы поддержите? Так она идет. Юечка, чувырла, блядь. Просто единственная я, которую не катаюсь, сейчас просто начинает вызывать из-за того, что я единственная катаюсь и снимаю вам же этот стрим. Просто на щел в чате. Спасибо. Опа, сейчас будут пытаться уже. Надо просто, чтобы телефон не выключился. Потому что, блин, меня сюда смотрят. Ой, спасибо, чат, за поддержку. Приятно очень. Сейчас. Чего ж так долго они подготавливаются? Спасибо большое. Спасибо. А ты где с парнем познакомилась? Мы давно знакомы, на самом деле. Мы встречались раньше, потом мы расстались на нормальное такое время. Вот, и недавно опять сошлись. Он, типа, моя первая взрослая любовь, но потом мы разошлись на несколько, можно сказать, лет. Вот. Опять сошлись. Но я уже хочу детей, на самом деле. Боже, у Юечки на стриме рассказывает, что я хочу детей. Ужас. Я уже животом ходила, на самом деле. А кто там сзади? О, наконец-то, сейчас покажу вам. Так, а где мои... Они аж там, вот, видите?
А их будут крутить? О, наконец, сейчас вы их увидите. Опа, а кто тут у нас? Я чувствую себя оператором каким-то, только каличным, начинающим. Ой. Надеюсь, вы их видите. Ой, тарелка еще выше. Я еще буду следить за вещами, если что. Ну, покажите нам, наших стримеров. Я хочу на зло. Злой такой смешной, как будто за школьной партой сидит. И ждет мамочку, чтобы она его забрала. Да, где наши? Ну, 30 километров видно. Да, потому что у него белые волосы. Я сначала его нахожу, а потом всех остальных. Ну, давайте нам, лица наш. А что, все? Так быстро. Я не опять задом. Злой там обосранный. Но сейчас спросите. Вот эта херня, они катались, но без злого. Мы с Ириной тоже не катались. Ну, это просто тошнило-то, реально. Лена, выходи за меня, мне 12. Ой, чел. Ты через день сразу же разведешься со мной. Потому что я буду в тюрьме. Вот дети, дети и наши. Опа. Наш уровень, пацаны. Наш уровень. Встречаем самых лучших стримеров на этой планете. Ту-ду-ду-ду. Как впечатление? Слабись четко. Мне очень понравилась аудитория, которая сидела с нами. Слабенько. Злой, что, слабенько опять? Да. Да, слабенько кричал себе. Так, телефон. Это... У тебя уже 20%. А, даже меньше, наверное. Значит, скоро заканчивать надо, наверное. А телефон? Вот. Блин, ребята, на самом деле, я вот сейчас слушала мелких деток, детей. Прослушала мелких детей, и они такие... Кто сфоткает? Привет, меня зовут Аня, а меня Саша. Давай дружить, мы будем лучшими друзьями. Блин, хочу вернуться в эти времена, чтобы тоже быть такой маленькой и просто познакомиться со всем подряд и быть лучшими подругами. На сфотку. Охуенно залетел. Вот в чем мне нравится. Чат вас фоткает, улыбайтесь. Там Спасибо, ребят. Идем в эту комнату страха. А можешь достать пауэрбанк, Ром? Да, да. Пойдем в ту комнату страха. Да, только мне нужна зарядка. Идем в комнату страха. Где, на самом деле, эта штука она такая страшная. Она выглядит как будто безобидно. Там еще очень много детей было. И вообще вроде не страшно. А ты подходишь, и тебя прям вот так фигачит вверх-вниз. И начинает тошнить. Если ты смотришь на людей, вокруг тебя прям как будто сейчас вырвет кого-то. Я думала, что меня стошнит на злого. А что, куда мы идем? Что-то, Даня, кто-то там кого-то выиграл. Все, ребята, я поставила вас на зарядку. Даша, выходи за меня, мне 12. Ой. Я не могу. Давай. Мне еще на стрим сегодня. Давай, стрим. Давай, о.
Хлой, покрути попой. Ты это заметил? Вау! Уф, 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 уф. Я фанатка Чужого. Я тоже. Мне очень нравится Завет Чужой. Да? По 40 лет это с родителем почитать научись. Даша, как ты относишься к имени Олег? Мне сразу Кизару вспоминается. А ты как относишься к имени Олег? У меня вообще нет знакомых и друзей Олега. А бывает. Как же Индианыч? У меня тоже только... Нет, давайте что? Пролезем. Нет, что у меня ассоциация с Олегом ЛСП? Че? Давай! Так ты дай. Боже, Даш. Возможно, что он тянет из-за провода. Пониже держи, чтобы... На. Сейчас должны подойти. Бля, чат, вы сейчас обосрались, там так страшно, ебанёте. Да, вы просто не поймете, о чем вообще мы будем делать сейчас. Злой! Что? Можешь, пожалуйста, нам... А ты не хочешь камеру убрать? Сейчас скажешь, что запрещена съемка, потому ты что... Ты будешь свой на мафии? Там, там разве написано? Будешь? Телефон нельзя, да. Сейчас уберем. Одна из спрячь. Я уже хочу дома выключить. Так, не, злой, не, просто, вопрос. Просто в кармашек спрячь и там типа закрывается. Ну да. Да блин! Чё? Он опять. Ну хорошо, что мы сейчас будем... О! Это у меня раз? Ты... По-моему, это только у меня так он фиговит. Короче, Даш, ну сейчас будем выключать уже после этой штуки. Хорошо. Поэтому просто в руки возьми, спрячь сейчас. Я в карман спрячу. На, подержи тогда. Давай телефон твой спрячь. Возьму вообще. Давай, Ром. Не, достань. Сколько там процентов? 20. Хватит. Что там? Оба. Эй, чат. Сколько? Сейчас, я вас сейчас в карман спрячу скоро. Существует вероятность того, что произошла авария и несколько пришельцев
все еще находится на корабле. Пожалуйста, будьте осторожны и избегайте контакта с пришельцами. Спасибо вам за помощь. Сообщите нам, как только окажетесь на борту корабля. Пойдем первые. Подготовьтесь к стыковке с Интравит. 3, 2, 1. Пойдем, Артур. Тут никого не было, братья. Давай, Артур, первый иди. Вообще что-то видно? Нихуя, подсвечивай этим, может. Фонарик. Бля, Артур, стой секунду, стой секунду. Подсвечивай тут. Ну это как мне страшно. Сиди спереди. Как будто яйца взяли. Как они? Это мы. Артур, это не настоящее. Помощь, Артур. Не орать, блядь. Не, не показывай. Это сиська? Да. Осуждаю! А где чужой? Кто из них чужой, блядь? Так, страшно, ебанетесь. О, что случилось? А что они там поржали? Он заметил? Чел? Не знаю, нет. Что заметил? Ну, что ты с телефона. Кто думает? Думаю, все. Ну как, мне один из десяти. Да, дай мне. Даже 0,5. Да нет, ну это для маленьких детей. Маленьких деток. Ну что, заканчиваем? Красиво было. Ребята, заканчивать. Всем пока. Рейд будешь накладывать? А на кого можно? А как ты его дашь? А сейчас закончу, а потом быстро сделаю рейд. Все стримит. Кто знает. О, у Shadow Cake день рождения, например. А я не знаю, как его ник написать. Да, я тебе покажу. Давайте, ребят, ББ. А модеры не могут у тебя рейд кидать? Не-а. Все, ждите минуту, сейчас она даст рейд. Бэ-бэ. Бэ-бэ. Уёбки.